Привет, я Ваня, и сегодня я рисую льва для тебя. Рисуй со мной. Будет просто. Я рисую медовой акварелью гамма, 24 цвета, называется мультики. Легко упакуется, легко раскрывается, 24 цвета, потому что вот так можно планочку достать, ну и так тоже можно рисовать, а здесь смешивать. Яркие, сочные цвета, и мне нравится, как они смешиваются с водой. Начинаем. Сегодня лев будет такой необычный, что тебе захочется его обязательно со мной рисовать. А почему? Потому что он будет розовый. Я не знаю, как он еще выглядеть будет, но мне кажется, посерединке будет у него голова. Ну, примерно вот такая голова. Такая небольшая голова, небольшая, такие два уха таких небольших совсем. Ну, такой небольшой лев, такой совсем небольшой, да. И, конечно, у него тело будет, но он будет стоять. Я тебе скажу, что это будет стоячий лев, он такой стоит, встал. А, может быть, он даже не пошел сегодня в школу, прогулял. Но он розовый. Да, я никогда не рисовал розовых львов, но мне кажется, я смогу это сделать. Я вот желтеньким нарисовал льва, ну, он как человек, можно сказать, да? А теперь розовый вокруг, все остальное нарисую розовым. Смотри, смачиваю кисточку очень тщательно, чисто мою, беру розовый цвет и вот так по кругу обвожу и делаю гриву моему льву, огромную гриву, огромную. Чем больше грива, тем лучше, прям старайся ее делать. Большой, большой, большой. Я еще никогда так не рисовал, но мне хочется экспериментировать. И у меня есть новые краски, и мне хочется посмотреть, насколько они яркие, насколько они сочные, и какой розовый лев вообще бывает в жизни. Я его представлял, к примеру, но никогда не видел. А теперь я могу это сделать. Нарисовать кисточку и нарисовать все вокруг. Вот такой лев. Вау, знаешь, мне это нравится. Такой необычный такое ощущение, когда ты сам придумываешь, какой цвет твой лев будет, каким цветом. Розовый цвет не оставляем. Нарисуем-ка мы ему сердечки. Вот такие рядом сердечки нарисуем. Если ты умеешь рисовать сердечки, это хорошо. Если нет, то ты можешь как раз поучиться нарисовать разные сердечки. Если у тебя не получается акварелькой, то попробуй, к примеру, карандашом. Сердечки будут закрашенные и пустые. И они разные, немножко по форме. Не все похожие. Можно взять более такой малиновый цвет. Малиновым цветом мы можем добавить вот такие мазки. Опять-таки, просто вот так мазки. Мазнем малиновый цвет и мажем-мажем. Такой темно-малиновый, такой темно-сиреневый, я бы сказал, да? Здорово? Здорово. А здесь можно поставить точек. Если мы уже сегодня рисуем такого невероятного льва, я думаю, это влюбленный лев. Я так и назову этот ролик. Влюбленный лев или рисунок, можно так назвать. Много точечек, конфетти, немножко травы, она тоже розовая, все у нас или желтое, или розовое, и теперь-то пришло время нарисовать ему мордашку. Смываем кисточку, больше розовый и фиолетовый, малиновый цвет нам не понадобится, она будет сухая, чистая, готовая к следующему рисунку, и возьмем тоненькую кисточку, и теперь-то мы возьмем черный цвет. Черный цвет важная вещь, все-таки черный цвет. Мы нарисуем ему... что мы будем рисовать? Наверное, носик. Нарисуем носик, такой треугольник. Нарисуем ему улыбочку, такую небольшую. Вау, вау. Нарисуем усики, совсем маленькие-маленькие усики. Он такой маленький лев. И нарисуем ему глазки. Я думаю, закрытые глазки рисовать или открытые. Выбери сам или сама, как ты хочешь. Я хочу, чтобы у него были открытые глазки. Он смотрит на сердечки. И он очень доволен своей жизнью, потому что ребята его рисуют часто, вспоминают и радуются. Здесь можно нарисовать даже ему такую бабочку. Такая маленькая бабочка. Небольшие лапки. На лапках у него коготочки. И можно его обвести, чтобы его лучше видно было. Вот такой у нас лев. Рисовал я его 5 минут для тебя. С удовольствием посмотрю на твои
на твоих львов. И поставлю тебе лайк, если ты сделаешь сторис в Инстаграм, я буду очень рад. На сторис напиши «Рыбаки 3», чтобы я увидел и добавил твою сторис к себе. А родителям прошу, приходите, участвуйте в конкурсах в Инстаграм, в «Рыбакит папа рисует», легко участвовать и стимулировать ребят к рисованию новых рисунков, желанию каждый день нарисовать хотя бы 1-2 рисунка, а то и 1000. Бывают такие ребята, приходят и рисуют много-много рисунков. Яркий розовый лев, яркой медовой акварелью для вас. Приходите, рисуйте. Пока!